Генподрядчиком работы на участке от съезда с автомобильного моста до отворотки на улицу Чиркова протяженностью 1 километр 800 метров выступает Котласская ДРСУ. За 3,5 месяца после подписания контракта с Архавтодором рабочие предприятия также выполнили большой фронт подготовительных работ по расчистке магистрали от леса и планировке полосы отвода, снятию плодородно-растительного слоя, частичному сносу домов. Завершена отсыпка 6-метровой насыпи, новой петли моста и 2-3-метровых примыканий к основной трассе. В настоящее время здесь ведутся работы по переустройству водопровода, усилению 2 ниток напорной канализации. Сдача этого участка дороги также намечена на осень 2017 года.